феврале более 24 200 столичных семей получат компенсацию в 40% за отопление, полученное в октябре-декабре 2017 года. Об этом сообщила муниципальный советник от партии социалистов Евгения Чубан. Она отметила, что ПСРМ наконец добилась формирования списка граждан, претендующих на получение компенсации. И 16 января они были переданы в термоэлектрика. Партия социалистов добилась перерасчета. Несмотря на бойкот некоторых управлений при мэрии и абсолютно безалаберное отношение со стороны представителей управления жилищно-коммунального хозяйства, они даже не удосужились проинформировать, кто из жителей имеет право на компенсации и какой именно пакет документов необходимо представить, чтобы ее получить. Муниципальный советник призвала горожан требовать компенсации и подавать соответствующие заявления в притуры, если их доход составляет менее 3000 лев на каждого члена семьи. Напомнив, что в муниципальном бюджете на этот год на компенсации малообеспеченным предусмотрены 97 миллионов леев.